Шадринцы продолжают помогать бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. На днях глава города Антон Мокан вручил подполковнику Алексею Никитину дорогостоящие приборы, которые, по словам самого Алексея, спасают жизни. Здесь 4 квадрокоптера, ноутбук, 2 тепловизора, 14 аккумуляторов, с десяток карт памяти, 2 бинокля с тепловизорами. Коллектив «Дельта Технология» передал 30 стальных приборов «Кошка» для разминирования и 22 гранатных подсумка собственного производства. Мало доли то, что мы со своей стороны, наши со стороны жители можем помочь. Конечно, это я считаю и надеюсь, что это не последняя помощь. Будем дальше продолжать, значит, и предприятия, значит, будут помогать. Значит, будем необходимо оборудование еще, возможно, которое потребуется вам в помощь, соответственно, будем смотреть, приобретать тоже. Ну и в дальнейшем тоже будем пытаться, как бы, до вас доставить, чтобы у вас все необходимое, значит, ни в чем не нуждались, чтобы у вас все было.